Необычный вкус молока и охлаждающей газировки влюбил в себя не одно поколение жителей нашей страны. В этом году мы грандиозно отпраздновали 30-летие Милкис в России и провели целый ряд мероприятий для новых покупателей и преданных поклонников. BTL-акции в магазинах и супермаркетах, размещение на радио, билбордах и центральном рекламном экране Владивостока, брендирование автобусов, сотрудничество с блогерами Дальнего Востока и продвижение в социальных сетях. Все это позволило привлечь к участию тысячи людей, которые зарегистрировали более 300 тысяч кодов. Среди них мы и разыграли наши крутые призы. Спасибо, что на протяжении 30 лет вы остаетесь вместе с нами. И впереди вас ждет еще много всего интересного с Милкис.